Италия стала еще ближе к вам. 27 сентября на улице Свердлова, 90, состоялось торжественное открытие нового ресторана итальянской кухни «Прима Соле». Уважаемые гости, рада приветствовать вас в столь значимый день. Благодаря вам мы вместе можем двигаться вперед. Я желаю вам приятной компании, хорошего настроения, улыбок. Всем приятного вечера. В этот вечер гости мероприятия попробовали ассорти из итальянских сыров и колбас, рулеты и карпаччо из лосося, классические итальянские салаты, свиную шейку на гриле с картофелем черри, лосось в примасоле на гриле под оригинальным соусом «Цезарь», а также множество других изысканных блюд. Кульминацией гастрономического ужина стало выступление шеф-повара Сергея Трибунского. Прямо на глазах у присутствовавших Сергей приготовил пасту из чернил каракатицы с тигровыми креветками. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня действительно праздник, открытие нового ресторана итальянской кухни «Прима Соле». Помимо гастрономического ужина, гости насладились феерическим шоу от иллюзиониста Макса Брайта, услышали итальянские мелодии в живом исполнении от коллектива Lighthouse, а также получили множество приятных подарков и сюрпризов от «Прима Соле» и партнеров мероприятия. Новый ресторан итальянской кухни «Прима Соле» сочетает в себе атмосферу уюта, изысканную кухню и по-европейски элегантный интерьер. Сейчас осень, мы оказались в солнечной Италии, это было очень замечательно. Хорошее вино, хорошая паста, хорошие люди, хорошая музыка. Все супер? Такой зал открыли прекрасный, да? Ну, туда далеко идти, а здесь в городе, в этот зал, должен работать, заработать он должен. В будущем это, соответственно, процветание. Чтобы такой же уют оставался, как мы здесь пришли, такие же приятные лица были, и чтобы мы побольше встречались, общались и друг другу радовались. Ароматы и вкус телевидение не передает. Вы бы тоже насладились всем прекрасным. Зал рассчитан на 52 посадочных места. Ресторан на Свердлова, 90, работает без перерывов и выходных с 11 до 6 утра. Телефон для резерва столов 8 937 33 78 814.